Уже середина августа, 14 августа. Вот, и ощущение такое, что цены перестали снижаться. Вот на прошлой неделе такие же были цены. Вот баклажаны, огурцы, помидоры по 100 рублей, редька местная. Ну, интересно, конечно, брокколи по 250. Простая капуста по 60. Вот, но на огурцы, вот морковь домашняя по 100 рублей, перец по 130, помидоры по 100 рублей. Ну, вот огурцы, вот минимальная цена как была 30 рублей, так и остались. Вот видите, цены совсем с прошлой недели не изменились. Вот. И в связи с приближающимся похолоданием и снижением урожайности огорода, это вот привязная дыня 130 и арбуз 70 из Астрахани. Вот. Местные по 100 рублей. То есть уже цены на местные, на привезной. Вот кабачки местные 40 рублей. Вот капуста красная 150. Ага, местная по 60. Вот, ну, помидоры, кукуруза по 250. Ну, брокколи я уже показывал, 250. Ага. Вот ежевика 1800. Ну и клубника по 1200. Цены не снижаются. Самое интересное, что цены на этот, цены на редиску 250 рублей. А, вот кабачок местный по 60. Вот капуста по 60. Вот помидоры разных сортов. А, вообще. Вот помидоры по 100. Огурцы по 50. Ну и вот и самые недорогие, вот по 30 рублей. Вот. А, ну. А вот редко тайхунди. Ну это, по-моему, дайкон. А, репа еще есть. Черная редко. Капуста по 150. Цветная. Ага, ну вот. Цены практически не изменились. Просто за счет расширения ассортимента. Ага, изменения. Вот, и картофель, баклажан по 150. То есть тоже практически без изменений. Вот голубика по 400, красная смородина и... Это крыжовник же, да? Да. Крыжовник по 500, ага. Голубика по 400. Ага. Крыжовник. Ага. Ну, говорят, сейчас самое время голубики, потом она уже будет водянистая, говорят.